Жук и очередное ЧП. Сбили главный светофор на перекрестке у Вира-мотозавода. Не осталось ничего, даже столба. Естественно, что остальные светофоры сейчас не работают. Что за шумахи тут появились, я не знаю. Раньше время сносили забор около школы искусств, неоднократно въезжали. Теперь въехали в светофор. Сейчас пойдем в останки посмотрим, что осталось светофора. Жители говорят, что тут какое-то аномальное место. Машины 3 или 4 раза врезались в забор школы искусств, он весь разрушенный. А теперь въехали в светофор. Вот это светофор наш. Снесли полностью. Только чья-то жилетка строительная осталась. Теперь главный перекресток у нас не работает. Сам светофор утащили, не знаю, или дорожные рабочие, или кто-то решил на металлолом сдать из запчасти. Вот так у нас. Прощай, светофор. К тому же много лет говорят, что этот светофор надо дополнить пешеходным, чтобы люди могли идти прямо до остановки электричек на вокзал. Но об этом забыли. Может, сейчас подумают и сделают переход, который будет идти от Вермотозавода, где много рабочих работает, прямо на электричку. Так что люди приезжают в Тростные, Саржанница, Чернетово. Им удобно здесь пешеходный переход иметь. А тогда у нас их перекрестки доделали. Здесь перехода не было. Был переход один, был переход два. А третий сэкономили. Раз светофоры все равно снесли, может быть, тут пешеходный переход сделать.